фойе вуза развернулись настоящие торговые ряды. Для привлечения покупателей организовали конкурсы с подарками. Все вырученные от акций деньги пойдут на помощь детским домам. Помимо сувениров, на ярмарке можно было купить и кулинарную продукцию, приготовленную самими студентами. Селедка под шубой у нас сегодня, шарлотка, то есть яблочный пирог, капкейки. Вот все делали сами, ночью, утром готовили. Изделия из ручной работы. У нас также в фойе нашего университета есть коробка Деда Мороза. И туда можно сложить. Например, ты купил здесь игрушку на ярмарке, и можешь ее забрать не себе, то есть ты пожертвовал уже деньги, а можешь еще игрушку положить в коробку Деда Мороза. А можешь что-то принести из дома, вот, с собой и пожертвовать детям.